Объем гуманитарной помощи из Югры на Донбасс уже измеряется тысячами тонн. Только из Ханты-Мансийска от гуманитарной организации «Сбор ХМ» для бойцов и мирных жителей 20-тонные фуры отправили 19 раз. И каждая такая поездка – это дорога с разными погодными условиями, климатическими поясами. Наш сегодняшний репортаж об очередном рейсе с севера страны в Макеевку и про тех, кто привозит эту помощь. Тут моя кабина, мой дом второй. Сколько ночевок за путь? Ну, сегодняшняя это 7 дней. Это 8-й рейс из Ханты-Мансийска в Макеевку для водителя Александра. С июля прошлого года он доставляет грузы, собранные в окружной столице силами организации «Сбор ХМ». Под колесами большегруза прошло порядка 60 тысяч километров дорог с севера на запад и обратно. И каждый раз Александр собирается в поездку с особым чувством. Эмоционально как-то по-другому эти рейсы воспринимаются, чем обычно? Да. Все равно есть какая-то тревожность. Цель то, что довести, доставить, как-то не думаешь о каких-то других вещах, что надо доставить. Обратно, когда выезжаю уже после границы, какое-то осознание приходит того, что все-таки не просто так ты сюда заехал, разгрузился и уехал. Все равно какой-то осадок остается. В этот раз в кузове несколько автомобилей, отправленных неравнодушными жителями Югры бойцам, специализированные эвакуационные носилки, произведенные для фронта, адресные посылки, предметы быта. Собранная, опять же, горожанами гуманитарная помощь для одного из детских домов Енакиево. Грузы примерно одни и те же, но бывают и оригинальные, запоминающиеся. Запомнился тот же эвакуатор, когда мы привозили дрон-эвакуатор. Да, вот интересно было. Велик привозил. Мотоцикл, да. Ну, конечно, велик меня больше всего заинтересовал. То есть везем велики, как почтальон Печкину. Как и у всех дальнобойщиков со стажем, у Александра есть свои тонкости в работе. Я смотрю, у вас здесь есть и тренажеры, велотренажеры. Да. Это для чего? То есть 2 недели в дороге туда-обратно я еду. Ноги, ну, затекают, то есть не двигаются, сидишь целыми днями. То есть на стоянке остановился. Вышел, педали покрутил. Парень так поулыбался вчера, сидел на баннике и крутил. Ну, это мое здоровье. А раньше просто приезжаешь с рейса, бывает, ходить не можешь. То есть маленько походил, ноги начинают болеть. Только от организации «Сбор ХМ» из Ханты-Мансийска в Макеевку уже пришел 19-й рейс. Доставлено сотни тонн грузов и будут еще, в том числе под управлением Александра, для которого дорога в подшефную Макеевку уже хорошо знакома. Виталий Сапрыкин, Корпун телекомпании «Югра» в Макеевке.